have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Играем мы сегодня в Mini Motorways, как обычно. По этим дням недели у нас Варшава, получается. В прошлый раз стейки мы покушали, поехали. Ривер Вистула. Ну, поехали. Классический режим, собственно. Висла. Оп, вот так. Ничего нам вначале, по-моему, не дали. Нет, нам два моста дали, не надо. Не надо врать. Ну, оно так выглядит, что тут мосты прям понадобятся. Прям сходу. Эх, был бы тут бонус передвижения по мостам, как в прошлый раз. Но это было интересно. Тут тоже отдалить нельзя. Немножко ускорим. А вот и мост, который мне понадобится. Будем действовать по той же нашей тактике, когда не удается, не то что не удается, не совмещаются системы, пусть они пока что в двух разных системах просуществуют. Меньше пересечений, меньше пробок. Ну, нам это как раз и нужно. Так. Воскресенье заканчивается. Давайте. Хочу получить бонус. Вот видите, здесь это хочется. Блин, торговый центр большим стал. Возьму рундабаут. Большие торговые центры, собственно, это всегда у нас и вызывает проигрыш, потому что к ним не успевают доехать. Ну, блин. Сделаем вот так. И вот так. А может быть... А тут его никак не поставишь. Ну, офигенно. Вот что игра делает мастерски, так это неправильно выставляет въезды в торговые центры в очень большом количестве случаев. И, ну, почему, я же говорю, каждый раз я это спрашиваю, почему можно въезд со стороны дома менять, а въезд со стороны торгового центра менять нельзя? Почему такое дурное ограничение? Так, вот сюда мы его. Сейчас мы на нормальной скорости играем. Вроде да. Блин, мне бы там тогда... Если я там не могу поставить roundabout, я мне бы тогда хотелось бы там хотя бы светофор поставить. Потому что они там очень друг другу мешают. Пробок, конечно, пока что нету, но они каждый раз останавливаются, спотыкаются, останавливаются, спотыкаются. Ну, давайте светофор. А светофор там вообще хоть что-то делает? Там чувак на красный просто проехал.
Еще один торговый центр. Так сделаем. Интересно, а что если поставить там два светофора? Ладно, посмотрим пока что. У нас третий цвет появился. У нас сегодня вот эти три цвета, которые в этом городе, они, знаете, обычно как коллекция какого-то домашнего мыла продается, ну, знаете, ручной работы. И оно там выглядит вот так вот. Вот такие три цвета, какие-нибудь аккуратные. Не красный, а слегка оранжевый, слегка бирюзовый, слегка синий. Вот такие вот. Вот у нас сейчас мыльная коллекция прям. Я возьму мутровый. Мне он не помешает вот вообще никак. У нас мосты закончились, а нам нужно бы еще один мост по-хорошему. А ты можешь вот так вот? Да, может. Не нравится, когда дома так подключены, но с этим опять же ничего не поделаешь. Оно будет выглядеть как V6. Три трубки такие. Ну, блин! Ну, ты еще дальше мог его поставить. А вот эти бы, наверное, по-хорошему соединить бы. Не знаю, будет ими кто-то пользоваться или нет. Сейчас посмотрим. Не, едут. Едут. Хорошо. Раз этой дорогой пользуются. Да, насчет мостиков. Да, насчет этого тоже. Офигенно! И как я вам это...
Мне мост убрать этот надо. Вы что делаете вообще? Чувак, свали, мне этот мост убрать надо. Мне пока не очень нравится, как оно все сделано. Мне нужен еще один хайвей по-хорошему. Потому что вот здесь у нас просто отвратительная ситуация с заездом через дома, через хрен знает как. Серьезно? Блин. Так, тогда это все вниз, вниз, вниз. Давайте еще один хайвей. Мы его поставим вот сюда. Вот это. Вот этот домик, блин. Но мне никуда и ниоткуда. Мне бы еще один мостик, на самом деле. Если его сейчас дадут, было бы хорошо. Так, хорошо. Зеленые едут. Эти едут. Все вроде потихонечку. Ага. Супер. А где можно убрать? Вот этот, наверное, можно убрать. И вот этот подсоединить. Светофор сюда поставить, ну, конечно же, нельзя. Ну, естественно. Ну, кто же ж будет регулировать, правильно? На хайвей-то ситуацию. Ну, зачем? Тогда я не буду здесь создавать перекрестки. Пусть будет выезд с моста. Фиг с вами. Посмотрим, как оно все будет. Еще один моторвей. Да, у меня мало плиточек, я понимаю все дела, но... В следующий раз нужно будет уже брать плитку. Согласен. Но пока что... Это тот выход, который нам нужен. Офигеть. Я чисто хайвеями сейчас пытаюсь перекрыть недостаток всего, что здесь происходит. Так, хорошо. Варшавский турист, 400 человек перевезено, ачивка есть.
Сколько у меня плиток вообще нет. Сейчас будет воскресенье, немножечко плиточек возьмем, сделаем здесь еще такую небольшую объездную дорогу. Дайте мост. И прям тогда хорошо будет. Это хорошо. Это вот этот торговый центр вовремя появился как раз там внизу, где они все тусят. Супер. Что-то игра сделала правильно. Новый домик. Так, а сколько у нас круглых торговых центров? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Во! Мосты и плиточки. Супер. Сейчас мы вот тут сделаем по кругу дорогу. У нас будет часть, которая идут отсюда, часть, которая идут отсюда. И будет еще такая по объездной. Теперь. Там у нас появились зеленые. Мы можем сделать вот так. И вот так. Возможно, даже вот так. Тогда ребятам будет ближе сюда ездить, а не вот это вот в хайвей, потом вокруг. Перекроим немножечко. Чуточку. Так, там у нас куча оранжевых появилась. Мне одной плитки не хватает. Где я могу одну плитку урезать? Безопасно. А, уже суббота, я подожду тогда. Здесь, в принципе, нормально. Давайте еще мосты. Вот тут вот мы сейчас отсоединим. И будет нормально, в принципе. Откуда здесь раньше уберутся? Они просто приезжают. Хорошо. Еще один зеленый. Большой зеленый торговый центр, но это не проблема, потому что сюда напрямую ездит зеленый, это хорошо. И там тоже появились домики зеленые. В принципе, пока что все вытаскивается. Пока что все даже работает. Огромный зеленый торговый центр, да? Опять же, к нему вроде... Блин, их уже два зеленых огромных. И
Их уже два. Это вот зеленое, наверное, можно перетащить сюда. Чтобы вот, если они отсюда будут ехать справа. Ладно, короче, сейчас посмотрим, как оно будет. Хорошо. Воскресенье. Вот у меня зеленый домик не подключен, его обязательно нужно будет внести в систему. Сейчас дадут плиточек. Эти зеленые таракашки нам понадобятся. А еще один моторвей, да. А я думаю, что если мы вот тут подсоединим, чтобы зеленые могли вот этим вот хайвеем тоже проезжать и пользоваться, мы его сделаем более полезным. Да, они сразу же сюда поехали, зеленые, по третьему хайвею. Хорошо, супер. Тогда мы немного разгрузим эти обычные дороги внизу, которые... Ну что, я смотрю, там есть пробки, там зеленые прям ездят. Так, оранжевые, оранжевые сюда. Как мне оранжевых оттуда вывести сюда? Здесь и поставить здесь светофор. Оранжевые тогда будут вот этим хайвеем пользоваться, да? Блин, я зря там эту дорогу поставил, я себе только... Ну вам зеленый, едьте, блин, какого фига? Офигеть, светофор сделал только хуже. И вот эта дорога сделала хуже. А, так не надо было делать. Вот вам вот этот торговый центр, туда едьте, все. Тысяча человек, хорошо. А, рандабаут давайте один возьмем. Вроде немножечко рассосалось. Все равно пробка неприятна, но, по крайней мере, без светофора это все лучше разъезжается. Вот этот торговый центр розовый, который ванильный, вот он сейчас лопнет. Туда не успеют. Сколько бы они туда ни приехали, они туда не успеют. Въезд-то в него только один, это как бутылочное горлышко, и это просто бесполезно. Они за одной-двух каких-то тупых машин, они там застряли, и все на этом. Прям ситуация отвратительная. Я не могу туда ни рандебаут поставить, и сделать так, чтобы они оттуда не уезжали. Оранжевые пользуются вот этим вот.
из-за этого проиграем. Ну, в принципе, ладно. Ну, мы и так уже тысячу, практически 200 людей натаскали. Сейчас проиграть будет уже не столько обидно. Обидно, что получаются вот такие ситуации. И как вот на втором хайвее, выезд со второго хайвея, я с этим практически ничего не могу сделать. Ну, то есть никаких действенных способов что-то сейчас с этим сделать практически нету. А светофор там делает только хуже. Поставить рандебаут там невозможно, чтобы они нормально разъезжались. Как-то перенаправить оттуда трафик тоже нельзя. А почему розовые тачки вот сюда вот наверх нет? Ладно, вот этот правый торговый центр розовый лопается. Почему левый начал лопаться? Да, ладно, это проигрыш. Хорошо, в принципе, я относительно даже доволен. 1200 человек, нормально. Вот, печально, что никак нельзя разрешить вот эту ситуацию. То есть нет никаких действенных методов, которые я мог бы применить прямо сейчас, чтобы вот это вот разрешить. Вручную их вот так вот растаскивать игра не позволяет. Хорошо, пойдем посмотрим. 1300 человек. На самом деле, даже больше, чем я думал. Пойдем посмотрим, что там по челленджам. Чангмай у нас открылся. И челленджи открылись здесь. Классик. Так, а как тебя? Вот так вот тебя листать. Хорошо. Еженедельные, ежедневные. Мехико мы как раз были. Пойдемте в Лос-Анджелес посмотрим. Один покупаешь, один получаешь бесплатно. Рашауэр. Все круглые здания, значит, будут. И больше деревьев, которые нельзя уничтожить. Мы один раз такой уже играли, это было интересно. Пойдем. Да, начинаем. Деревья нельзя уничтожить. Запомнили. Лос-Анджелес, Ривер. Что у нас? У нас один мостик есть. Один мостик у нас есть. Хорошо. Прям пока что сейчас он нам не надо, но я вижу, что может уже понадобиться. У нас много воды вокруг. Немножко ускорим. Челлендж. Тут, кстати, челленджи очень интересно сделаны. С этой точки зрения, что... У тебя есть такие вещи, как вот ускорение движения по мосту или то, что деревья нельзя уничтожать. И всякие такие вещи, это реально заставляет тебя выкручиваться где-то как-то. Причем оно не сделано на проигрыш, чтобы лишь бы ты проиграл, а вот именно как бы интересно с этой точки зрения. Суббота, воскресенье. Воскресенье заканчивается, неделя начинается. Хорошо. Давайте вот так. Реально по два всего дают. Приятно. И плиточек в два раза больше. То есть ты плиточками хоть обмотайся весь. При том, что говорилось, что более загруженные будут у нас местоположения. Вот, но пока что они выглядят обычными. Ну, опять же, посмотрим, пока что.
Плитку у нас достаточно много. Пока что можем не экономить, потом посмотрим. Ну. Хорошо. Ну вот чуть-чуть добавили нам, буквально второй торговый центр нам добавили, и все, из-за деревьев стало уже тесновато. Потому что ты с ними сделать ничего не можешь. Ну тут, кстати, цвета насыщенные, такой красный, желтый. Не как с мылом в прошлый раз. Интересно. Субботка. Воскресенька. Что нам подарят? Подарите нам хайвей. Мосты. И на том спасибо. Ну, посмотрим. Что-то как-то... Я сейчас нажалуюсь, конечно, они как начнут кидать, но пока что... Что-то они как-то медленненько все так... Среда... О! Ну вот, вот так придется, но мне так не нравится. Ну ладно. А желтого сюда закинем. Так. Сколько у нас 60 плиток? 60 плиток нам... А, блин, увеличьте территорию, я хочу под ними пустить. Вы что делаете вообще? Ну да не, ну не, ну так нельзя. Я хотел их снизу по-человечески пустить, а они это... А, во, хайвей давайте. Вот так сделаем. Не-не-не-не-не, успокойтесь, все нормально. К вам уже выехали. Вот это лишнее. И вот это лишнее. Извиняюсь. Просто они мне сразу два новых типа торговых центров вкинули. Такого, какого фига? Thank you.
А вот сейчас они сделали ниже, смотрите. Ну, тихо. Все, обойдете с хайвеем, не будет вам никакого хайвея, снизу ездите. Чувак приехал, развернулся такой, эп, и обратно уехал, все. Так, давайте два рандебаута еще возьму. Большой красный торговый центр. Ну, по идее, сюда будут заезжать вот сюда сверху. Все нормально. Большой желтый торговый центр. Здрасте. Знакомьтесь, да? Тогда вот так перекинем, так будет посимпатичней. И это синим стало сейчас резко неудобнее туда добираться, но они едут типа нормально пока что. Им теперь не того, что нет хайвея, потому что я его убрал, у них задержка в том во времени доезда теперь. Теперь у нас просто машин не хватает, потому что они приезжают, им нужно приехать домой разгрузиться и ехать обратно. И они теперь постоянно ездят, из-за этого у нас напряг. Но... Сейчас, блин. С другой стороны, тут новые дома появились. Не, нормально, справится. Наверное. Давай вот эти. У нас 112 плиток, 112. Каждый раз сидишь, экономишь, а тут вроде как до задницы этих плиток, а тебе не надо ничего. Надо, чтобы красные как-то активнее это все. Тут можно вот так вот дорогу сделать? Можно. Тогда вот так. И вообще тогда вот так. Что красных надо вытаскивать. Их слишком много. Что-то я думал, что там наискосок не получится проложить, там, где только что мост поставил. Нет, там можно. А вот этим ребятам нужно, наверное, вот сюда еще сокращение, чтобы они могли в эту сторону выезжать. Фига себе, где ты появился. Просто на том берегу зеленый торговый центр. Такие, хопа. Классно.
сюда. И здесь вот так. Блин, с ними надо что-то делать. Они прям каждый раз на краю. Они вытаскивают, они молодцы, но... Ой, у меня же есть еще два моторвей. Давайте я возьму. Плиток не хватает. Не то, чтобы мне моторвей нужен был, но... Просто плиток-то реально хватает. И... А мостов нету. С отдельным въездом сделаем. Бяу. Да я тебя понял. Если надо будет, я потом желтых туда еще перекину, согласен. Посмотрим. Там желтые пока что справляются. Там на них, короче, на вот этом количестве, которое сейчас появилось справа желтых, слева на этом же количестве желтых 3 торговых центра. Наконец-то синий появился дополнительный. Их не было, блин, 35 лет. Уберем синих с дороги, чтобы они ездили чисто к своему торговому центру, и все. Два моста, да, мостов у меня как раз нету. Да, тогда синие не будут нам забивать желтый и красный трафик, они будут кататься по своему хайвею, и на здоровье им будет. Так, лишний этот... Быстрее, ребят, я же вам специально этот создал, чтобы вы ездили, разгребали. Вы что делаете? Нифига, нифига. Блин, красные тоже давайте поднажмите, пожалуйста. Давайте, работаем. Синие вывезли пока что, красные, с красными придется... Тут рандомайзер никак не поставлю, отлично. Не, ладно, красные вроде тоже немножечко стали вывозить. Я им освободил трафик в середине, убрал оттуда синих, и они вроде стали вывозить нормально. Ну-ка. Так, зеленый сюда, красный сюда.
Хорошо. Они вроде как даже добираются. Возьму еще два моста, потому что светофоры бесполезны. Вот эти вот голубые внизу, которые, они очень мешают тем, что они выезжают на дорогу, тем самым блочат движение. Надо будет подумать, что с этим можно сделать. Можно вот тут дорогу проложить. Синие, вы офигели там? У вас вообще идеальные условия, какого черта? Да, блин, давайте, вы что делаете? Блин, красных надо разгребать как-то. Нет, ну оно сейчас тут лопнет. Ну я же специально сюда провел. Нет, 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 туда же машина приехала. Ладно, тоже неплохо. Все, ребятушки, будем на этом заканчивать. Вот. С прошлой каткой оно было немножко попроще. Сейчас мне бы хотелось хотя бы до 1500 дойти, потому что все относительно неплохо шло. Не было ни пробок, ничего. Просто тупо не хватало доставки, как мы и не пытались ускорить. Все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.